услышать несколько песен, которые, мне кажется, будут очень... будут должны сопровождать любого человека, который живет в этой стране и говорит на русском языке. Вот Куржава, солдат Великой Отечественной войны, 41-44 год, тяжело ранен под Моздоком. Отец Шалва Михайловича Куржава, один из первых советских, русских, грузинских коммунистов, который сначала наводил железной рукой порядок, а потом его посадили и расстреляли. Шалва Шалович, говорят, в детстве был любитель Сталина, писал для него стихи, потом повоевал и стал знаменем нашей... Не важно. Песня потрясающая. И я хочу вместе с вами ее спеть. Игрок. Паша, тихо, чуть-чуть поменьше. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне смерти, повезет в любви. Опять игра, хоть бы хлебушка дал. Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне смерти, а везет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне смерти, а везет в любви. Ваше благородие, госпожа чужбина, жарко обнимала ты, да только не любила. В ласковые сети, постой, не зови. Не везет мне смерти, повезет в любви. В ласковые сети, постой, не зови. Не везет мне смерти, повезет в любви. Самый главный куплет. Ты же знаешь, мы мзды не берем, нам за державу одну. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не света. Перестаньте, черти, хляста догори. Не везет мне смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, хляста на крови. Не везет мне смерти, повезет в любви.